Какое высокое это призвание служить дополнительному образованию. Да так, во взгляде строгом светилась доброта и мудрость педагога. Особенно высока значимость конкурса педагогического мастерства в 2023 году, объявленном в нашей стране по инициативе президента Российской Федерации годом педагога и наставника. Мы, как всегда, ждем от конкурса много нового и интересного.
творческих достижений и открытий, знакомства с новыми талантами, вдохновляющих идей и ярких побед. Конкурс педагогического мастерства всегда привлекает к себе внимание общественности и имеет большой резонанс. На педагогов мы смотрим с большой надеждой, ибо влияет им самое дорогое – наших детей. Сегодня в зале присутствуют почетные гости. Баязитов Синтемир Биктимирович, директор Мухинского многопрофильного профессионального колледжа, председатель жюри. Раиль Робертович, председатель Башкирской республиканской организации профсоюзов работников народного образования и науки Российской Федерации. Наступает торжественный момент для открытия городского конкурса педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям». На сцену приглашается почетный работник общего образования Российской Федерации, заслуженный работник образования Республики Башкортостан, кавалер ордена Салавата Юлаева, кандидат педагогических наук, доцент, директор Уфимского многопрофильного профессионального колледжа, председатель жюри Сантимир Биктимирович Баязитов. Встречайте, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые коллеги, уважаемые участники прославленного городского конкурса, преподаватели учреждения доп. Образования города Уфы. Да, этот сегодняшний конкурс проходит на базе нашего Уфимского многопрофильного профессионального колледжа, чем мы рады вас поприветствовать от имени педагогического коллектива Уфимского многопрофильного профессионального колледжа. Сегодня я хотел бы также поприветствовать всех гостей, наших педагогов, наших коллег, уважаемых членов жюри и всех участников данного конкурса. 19-й раз проходит данный конкурс в городе Уфе. Вот за этот период было много выявлено талантливых преподавателей учреждения дополнительного образования нашего города, поскольку этот конкурс является фундаментом выявления самых талантливых педагогов учреждений доп. Образования не только города Уфы, но и Республики Башкортостан. Перед системой дополнительного образования стоят важные стратегические задачи. Это увеличение охвата детей, совершенствование системы персонифицированного учета и персонифицированного финансирования, обновление содержания и методов обучения при реализации дополнительных общеобразовательных программ, повышение качества и доступности образования. Поддержка и выявление лучших практик дополнительного образования – одна из ведущих стратегий эффективного развития системы образования нашего города. Конкурс «Сердце отдаю детям» – это площадка обобщения, осмысления и демонстрации своего уникального педагогического опыта, роста профессиональных компетенций. Он позволяет выявлять талантливых педагогов и содействует повышению их профессионального мастерства и престижа. Несомненно, все участники данного конкурса – это наши коллеги, прекрасные педагоги, увлеченные люди, которых объединяет не только мастерство, но и профессиональная одержимость, творческое вдохновение, преданность миру детства. Уважаемые участники, пусть конкурс подарит вам радость общения с коллегами, минуты взлета, признания, торжества победы. Искренне хочу пожелать реализации своих замыслов, интересных педагогических идей, приобретение личного опыта и профессионального обогащения в творческой атмосфере конкурса. Я уверен, что все участники данного прекрасного конкурса проявят именно и вдохновение, и свой талант, а мы, члены жюри, будем объективно в этом плане оценивать ваш вклад в данном конкурсе. Я думаю, все подготовились достойно,
И вот в эти дни, в плане прохождения этого конкурса, мы поближе узнаем о наших участниках и об их таланте. Удачи, успехов! Большое спасибо за ваше напутствие, Сантимир Виктимирович. Ну что же, дорогие друзья, давайте мы сейчас подытожим все сказанное и будем считать, что наш конкурс открыт. Ваши аплодисменты. Мы с нетерпением ждем на сцене героев сегодняшнего дня, участников конкурса. Ну и сейчас они будут... Да-да-да, спасибо большое. Сейчас они будут подниматься на нашу сцену, а вы, дорогие зрители, не скупитесь на ваши аплодисменты и улыбки. Ведь они сегодня очень волнуются, давайте мы их будем вместе все поддерживать. На сцену приглашаются представители номинации. Номинации «Педагог дополнительного образования по художественной направленности». Волкова Юлия Сидоровна, Центр детского технического творчества «Викторович». Катаева Ольга Павловна, Центр творчества «Калейдоскоп». Латыпова Ларита Пангаровна, Центр детского творчества «Исток». Муслимова Айгуль Альбертовна, Центр детского технического творчества «Сфера». А мы приветствуем Рамиеву Илью Ринатовну, Дом детского творчества «Дружный». Залыбаев Наи Ишкулович, Дворец творчества «Орион». Чеквинцева Елена Михайловна, детско-юношеский центр «Соля». Номинация «Профессиональный дебют» и «Педагог дополнительного образования по туристско-краеведческой направленности». Гагина Анастасия Анатольевна, Центр творческого развития «Политех». Завада Елизавета Максимовна, Центр детского творчества «Глобус». Саткарова Анжела Замиряновна, Центр детского творчества «Виктория». Карташова Анастасия Сергеевна, Центр науки, инноваций и творчества «Росток». Жавитович, Уфимский городской дворец детского творчества имени Комарова. Гайдарова Ольга Владимировна, городской центр туризма, краеведения и экскурсии «Комета». Номинация «Педагог дополнительного образования по физкультурно-спортивной направленности» и «Педагог дополнительного образования по естественно-научной направленности». Береговский Вячеслав Олегович, Дом детского творчества «Новатор». Воробьева Татьяна Евгеньевна, эколого-биологический центр «Нафикова Эльвира Бонситовна, Центр детского творчества «Парус». Приветствуем Мамаеву Кристину Гурмеровну, Центр науки, инноваций и творчества «Росток». Тагирова Гузель Курматовна, Детский эколого-биологический центр. Образования по социально-гуманитарной направленности, педагог дополнительного образования по технической направленности и педагог дополнительного образования, работающий с детьми с ОВЗ с инвалидностью. Аслангузина Эльвира Анисовна, Центр технического творчества «ИТЕР». Приветствуем, дорогие друзья! На сцену поднимается Маннанова Регина Ракитовна, Дом творчества «Юлташ». Мирзагитова Гульмадина.
Марьям Ильдаровна, Татарская воскресная школа номер один. Ардашова Анастасия Анатольевна, экологобиологический центр «Лидер ЭКО». Губарева Дарья Валерьевна, центр детского и юношеского технического творчества «Вектор». Мы уже приветствуем Киселеву Анну Викторовну, центр творческого развития «Салют». Итак, все участники конкурса на сцене, и мы с большим нетерпением ждем начала состязания. Конечно же, мы желаем нашим педагогам удачи и новых внушительных побед вам, дорогие наши коллеги. Еще раз аплодисменты, дорогие друзья. Спасибо. Ну и сейчас мы приглашаем участников конкурса вновь пройти на свои места. И я вас очень попрошу, дорогие наши зрители, давайте будем тоже сопровождать им аплодисменты. Это лучшие из лучших педагогов дополнительного образования, которые не побоялись и заявили себя на участие в очень серьезном, ответственном конкурсе «Сердце отдаю детям». Мы вам желаем успехов, бодрого настроения. И пусть победит сильнейший. Также мы готовы представить всем членам жюри, от мнения которых зависит судьба сегодняшних конкурсантов. Итак, дорогие друзья, в составе высокого ареопага работают настоящие профессионалы, чье мнение всегда непредвзято и обосновано. Давайте мы их также будем приветствовать аплодисментами. Баязитов Сантимир Евгеньевич, председатель жюри, директор Кузьминского многопрофильного профессионального колледжа, кандидат педагогических наук. Бахтиярова Венера Фаридовна, заместитель председателя жюри Дарсина кафедры педагогики и психологии профессионального образования Института педагогики БГПУ имени Акмолова, кандидат педагогических наук. Газизов Раиль Робертович, председатель Башкирской республиканской организации профсоюзов работников народного образования и науки Российской Федерации. Армиевская Оксана Ивановна, начальник отдела по языковой политике управления образования администрации городского округа города Уфа Республики Башкортостан. Никонова Марина Ильинична, главный специалист управления образования администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан. Каширова Эльза Владимировна, директор центра непрерывного повышения профессионального результата Топольникова Наталья Николаевна, доцент кафедры прав, образования и управления БГПУ имени Сабидина Акмолы, кандидат педагогических наук. Исаков Алмаз Раильевич, доцент кафедры информационных систем и технологий БГПУ имени Акмолы, кандидат физико-математических наук. Алинева Гульфира Рамилевна, заместитель директора Республиканский детский образовательный технопарк. Секундинова Оксана Михайловна, педагог Республиканского детского эколого-биологического центра, призер Республиканского конкурса «Сердце отдаю детям», кандидат биологических наук. Корнилов Валентин Александрович, педагог дополнительного образования Республиканского детского образовательного оздоровительного центра туризма, краеведения и экскурсий. Илья Саванкуздель Рашитовна, методист научно-информационного методического центра. Мустафина Сажида Шаркуловна, заместитель директора городского детского экологического биологического центра. Самойлова Светлана Петровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе Уфимского городского дворца детского творчества имени Комарова. Нуманова Венера Камик, заместитель директора городского детского эколого-биологического центра. Наталья Александровна, заместитель
директора по учебно-воспитательной работе Центра технического творчества ГЕНТЕС. Зайнашева Гузель Загитовна, заместитель директора Центра детского творчества «Глобус». Герасимова Ольга Александровна, руководитель городского методического объединения методистов, учреждение дополнительного образования методист Центра детского творчества «Созвездие». Банаев Валентин Викторович, руководитель по направлению изобразительное искусство и декоративно-прикладного творчества, педагог дополнительного образования Уфимского детского творчества имени Комарова. Изатурина Ольга Ивановна, руководитель городского методического объединения по естественно-научному направлению, методист городского детского эколога биологического центра. Давайте будем приветствовать. Яхина Лилия Рифовна, руководитель по физкультурно-спортивному направлению, педагог дополнительного образования Дворца творчества «Орион». Телегулова Альфия Римовна, руководитель методического объединения по театральному направлению, педагог дополнительного образования «Центр Глобус». Предоставляется для приветствия участников председатель Башкирской республиканской организации профсоюзов работников народного образования и науки Российской Федерации Газизов Раиль Робертович. Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие коллеги. От имени Башкирской республиканской организации профсоюзов сердечно приветствую вас. Я вижу ваши счастливые, лучезарные глаза, которые вы каждый день на работе дарите детям. Да? То есть дети – это наше будущее, очевидно. Да? И если каждый из вас вложит в них вот частицу своей души, своих умений, своего творческого таланта, это вы разбудите их, потому что вот ваша задача – разбудить наше будущее, да? Сделать их талантливыми, прекрасными членами российского общества. Да? Поэтому на вас возлагаются огромные надежды. Каждый из вас – это творец, творец детской души. Поэтому вы сами вкладываете сердце и душу, не зря такое название красивое. Да? Поэтому действительно, вот сегодня такой праздник. Вы покажете друг другу свое мастерство, обменяетесь опытом. У вас будут задумки, о которых узнают ваши коллеги. Это замечательный такой творческий форум получается больше, да? Конкурс, да, будут победители, будут проигравшие, но выиграют все. А в первую очередь выиграют, конечно, дети. Поэтому действительно, вот очень красивый такой праздник фактически для детей на базе многопрофильного колледжа. Спасибо большое Сантюрию Батимировичу, что вот он так красиво, как всегда, все это организовывает. Вам огромное спасибо, что вы участники, болельщики, я вижу, очень активные. Без болельщиков куда? Поэтому спасибо и творческих успехов для всех вас. Большое спасибо за теплые слова, Раиль Рубертович. Спасибо. Уважаемые конкурсанты, пришло время профессиональных испытаний. Мы уверены, они не настолько сложные и не настолько отличаются от тех, которые вам приходится преодолевать каждый день в своей работе. Желаем вам всем стойкости и терпения, силы духа и уверенности в своем профессионализме. Главное во всех испытаниях оставаться настоящим человеком и педагогом с большой буквы. Пусть участие в конкурсе станет для вас незабываемым и вдохновляющим событием. А для вас, дорогие друзья, поют солисты вокального ансамбля «Лимонад» Уфимского городского дворца детского творчества имени Комарова, руководитель Лилия Хамадеева. Давайте будем их приветствовать. Городе моё.
аплодисменты, дорогие друзья, нашим юным талантам. А на этом торжественная церемония завершена, а конкурс только начинается. Уважаемые конкурсанты и члены жюри, у нас в 2 часа 14.00 начнется конкурс 4К. 25-го, 26-го января наши конкурсанты проявят свое мастерство на мастер-классах. Ну а сейчас пожелаем удачи. Хурметли конкурсантар, барыгала умыштар, алдыгызда турган гынауларды лайыклы итеп үтерге яткан барыгала.